зажигай огни большого города, чтоб горели ярче на твоей планете. Подари огням большого города всю свою любовь и свежий ветер. Третий раз в рамках Европейской недели мобильности. Конкретно данный осенний велодень, он носит, вернее, провозглашает такой месседж: «Катай за велодорожку». Мы хотим, чтобы в Харькове была велоинфраструктура. Добрый день, харьковчане! Рад вас приветствовать! Всем спортивного дня! Ведите здоровый образ жизни! Спасибо большое, что вы с нами. Давайте вместе развивать велоинфраструктуру, участвовать в активностях города. Колония, которая двигалась от памятника велосипедисту в нашем велопараде, сегодня было 2100 человек. Спасибо, будьте с нами, хорошего всем настроения. Как люди реагируют на ваши костюмы? Очень положительно. Все просят арестовать. Да. Больше мужчин или женщин? Мужчины. Конечно же, мужчины. Как вам пришла в голову такая креативная мысль быть палачом велодня? Ну, потому что много нарушают правила дорожного движения. Так вы велогаишник. Расскажите, пожалуйста, как там в будущем? Велосипеды есть? Есть. А какие они? Только велосипеды, больше ничего нет. Все-таки есть у нас крайние меры. А кого будем воспитывать? Непослушные. Непослушные есть? Сегодня в Харькове велодень, осенний, долгожданный. И мы сегодня нашу велогонку «Жук» притащили сюда. Мы хотим показать всему городу и всему активному велодвижению, что дети тоже, ваши дети тоже очень-очень-очень хотят кататься вместе с вами. Катаюсь сегодня на велике, потому что сегодня велодень. Я быстро перебирал ногами. Смог выиграть приз. Body art is something that can be for the kids, it can be something for the mom, the dad. Живите спортивно, всем удачи, успехов и, конечно, хорошего настроения. Конечно, мы будем принимать всегда участие в велоднях от всех. Это мой транспорт вообще-то на самом деле. Я всегда на нем езжу. И выгляжу я любое все время, время так. Любое время года я так выгляжу. Это мой стиль жизненный. Ну, такой вот я просто. Это трайк уже, даже не байк. Чоппер-трайк. Да, чоппер-трайк. Он поставил электродвигатель. Он идет 50 легко, я думаю. То есть. Ну. А там хорошему предела нет. Все зависит от аккумулятора, от веса человека. Да.